Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов? Тогда ставь лайк и пиши свой ник под это видео. Более подробную информацию можно посмотреть в описании. Спонсор сегодняшнего видео – Денис Кузьмин. Он заработал в интернете не одну тысячу долларов и теперь пришел на YouTube передать свой опыт всем желающим. Денис рассказывает об удивительных тайнах интернета, палит фишки к легкому заработку в сети и раскрывает тайны заработка известных людей. Проверено мною лично, рекомендую. Подписывайтесь на канал Дениса по ссылке в описании, я подписался. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер, и сегодня, ребята, я снимаю конкурс, который называется «Летающие сардельки». Вот, сегодня я нахожусь вот на такой точке, просто на тишине, и, соответственно, ребятушечкам надо сюда запаркурить. Вот смотрите, вот как эти ребята заходят. Что тут, что тут, что тут? Непонятно, да? Всякие рельсухи, которым будут меня сливать, сразу сливайте. Вот, и напишите им, да, что летающие сардельки вам нужно запаркурить ко мне сюда, соответственно, ребята, и за это я сбрасываю голд. Вот, соответственно, тут чисто, ребята, нужна командная игра. То есть здесь нужно помогать друг другу. Вот, и со мной сегодня будут играть это Леха Big Tanks. Всем привет. Кирилл. Всем привет. И Ховик, поздорово. Всем здорово. Всем здорово, ся. Вот, короче, я не знаю, кто там их мочит. Ховик, ты что делаешь неадекватно? А он, сейчас будем первую попытку, кстати, делать с Владиславом каким-то. Да, давай. Неадекватные просто бьют, о чем мы говорили, помнишь? Да, кстати, ну, я не знаю. Сейчас за всю битву будем смотреть. Смотри, вот это Реал Мадрид Молдова. Ну, не знаю, что он там хочет сделать, но, походу, там люди все отбитые, да? Ну, походу, да. Кстати, мне это с подписчиков кто-то, я недавно это номерок свой спалил-то в одном из видосов, и мне, короче, это подписчики с Молдовы, мать его, звонили. Я просто охерел от этого. А у него откуда твой номер телефона? Да. Ну как, не на мой номер телефона, получается, а на номер Киви. А? Блин, ну ДЦПшники, что творят, а? Ну вот этот парень из Молдовы, ну что за олень? Просто бьет и все. Ну, это ж олень. Ну да, кстати. Ты ответил сам на свой вопрос. Да, записываю. Голдбокс Вайдер. Запаркурьте. Запаркурьте. Я даже не вижу этого парня. Будет голд. Сольете меня, голда не будет. Вот, ну давайте, ребят, соответственно, ждем. Кстати, вот этот Реал Мадрид тут пишет, да? Голдбокс Вайдер. И сам Нубяра обоссанная меня сливает зачем-то. Я, кстати, это не пойму, зачем делал. Ну, в принципе, ладно. Время у меня есть, да. В принципе, еще сколько? 13 минут. Время, в принципе, у участников есть. Они еще пока не чешутся, никто не хочет сюда запаркурить. Смотри, вот чуваки зашли чисто, знаешь, это постоять на карте. Да они просто ни хрена не делают, я знаю. О, кстати, парень из Молдовы уже начал. Уже начал, ничего себе. Ховик, стрельни меня молотом. А вы что там делаете такое, а? Ну, да Ховик. Мать моя марихуана! Тут уже начинают ко мне лететь. Вот это я понимаю просто. У вас по Твинс М01, гляньте просто на это. Ну так надо, ну, это четко же. Давай, переделка Ховик. Есть? Да, вроде переделку я оставил, ребята. Да, была. Так, ну что, не, Ховик у нас инвалид, походу, и не залезет. Ну, Ховик, давай. Ховик. Залезешь или нет? Даже диктатор, мать его, тебя Ховик объехал. Да парень из Молдовы ДЦП. Просто набить его по полной. Кстати, у меня сейчас все подлагало как-то не. Да, что-то FPS прям. Как приора. О, давай, Леха. Едь сейчас вот этот чувак. Ехать некуда. Да что тут творится? Нужно было просто, знаешь, подъехать к диктатору, и он бы его как запустил. И давай, чувак! Перелетел. А каким нужно в минусе до тебя добраться или как? Хоть как вообще, хоть как они у меня тут будут, главное продержаться. Главное продержаться. И да, ребята, давайте, так как приз у нас все-таки не кристальный, да, призы, все-таки здесь пусть будет продержаться 5 секунд. То есть чуваки к нам паркурят, держатся 5 секунд, соответственно, за это я им сбрасываю голдик. Блин, это было... Я чувствовал с победы. Рак Вайдер, я вам мешать буду, ребята. В этом-то вся и суть, вся и соль. Нихера себе, вы чё такие охеревшие, что ли?
Давай. Только сейчас не сливай, дай хотя бы попытку сделать тебе без аптеки. Главное, меня нагревают на голдик, а я еще буду это... Оп! Оп! Ну-ну-ну, две секунды! Так ровненько, кстати, полетел. Вадим, не стреляй, я без аптеки и так. Я солью. И чё? Подожди. Не, Вадим, Вадим, я слежу. Да ты без тэнкс! Да не наелось, не на того. Алёшка, блин. Прямом, в переносном смысле этого слова. Просто Алёшка. Если мы залетим, то это тоже считается? Да, любой залетит, и я сбрасываю гол, соответственно. Можете тоже за этот гол бороться, мне, в принципе, не принципиально. Так нихера себе! Сказал я себе! Ну, две секунды, да? Снова две секунды. Нихера себе, они там тактики мутят! Офигевший! Ой, пошел отсюда, а! Смотрите, а вы говорили, не буду залетать, не буду залетать. Нихера здесь по летушке вообще даже круче, чем на всех остальных картах. Держись. Не-не! Подождите, у меня КД сейчас. Чё это значит? Это чё было, блядь? По-моему, большая часть людей лагает. Я не знаю, зачем. Почему? Это так смешно было. То есть, Лёха уехал, они ещё были, то есть, на одном месте, то есть, остались. Смотрите, чувак, кстати, залетел ко мне. Откуда он? Кстати, как он залетел? Я вообще ума не приложил. Он придержался! Да! Да-да-да-да! Всё. А как так он? Смотри, сука, он лобучая такая. Скидывай, давай, голдик. Охереть просто. Голд, бокс, голд, да, бокс. Ну да, сейчас будет голд, ща будет, ща будет. Ох, они в минус. Ща будет. Так, ну что, ребята, давайте. Три. Давай, два. Давай, и сейчас меня забанят на один. Один. Да. Бух. Голд. А, кстати, где точка будет? Сразу говорю, тоннель нету. У нас наверху нет. Возле меня нету. Вот, и прикиньте, если бы голд возле меня был, я бы просто изи отжал. Я понял, где. Где? Где? Понял. А, наверху. Урод, а? Блин, он там уже минирует сейчас был. А, да, это чисто его голд, по-моему. Да кто меня слил, ДЦП? Здесь это не я тоже стрелял. Меня другой ДЦП слил. Ну давайте, пацаны. О, кстати, о, все, голдец летит, ребят, смотрите, просто шикарный. Ну дайте мне туда, ну. О, его слили! Я этого ДЦП слил. Его слили. Ой, Леха, Леха отжимает. Да. Я этого ДЦП просто ванла. Нормальный конкурс. Ну короче, ребята, вот такое, да, у нас сегодня получился. Страдает. Выпуск это летающий страдалик. Приста из как раз заключается в том, чтобы я сбрасываю гол. То есть здесь чисто, знаете, уже такая более командная игрулька у нас получается. Потому что, ну, если честно, предыдущий выпуск летающий страдалик мне не очень сильно нравился, потому что там просто все дрались прям по жести, по страшной. То есть там не было всяких эпичных политушек, там не было всяких какого-то эпика вот этого. Чисто там было только вот такое мясо. То есть зайдешь там мясо, и никаких абсолютно политух вообще не было. Вот это, конечно, очень печально было. Вот мне сейчас интересно. Леха, подожди, да, я сейчас запаркуришь. Меня это подытываешь. Короче, ребята, все сейчас. Паркурчик будет под конец видоса. Да подожди. А, Вадим, ты туда? Это сбросил, а куда, где-то? Куда надо? Давай, давай, давай. А куда? Туда? Да все, все, туда, туда, а туда. Че ты хуй говоришь? Когда ты голд сбросил, у меня танка закрылся. Да мне какой-то есть. Я просто даже не увидел. Хобби, короче, у нас это, как всегда, самый лучший просто. Ему постоянно везет. Хобби, у тебя сколько раз уже критовало вот так вот? А мне не критует, у меня какая-то ошибка вылазит, а я нажимаю ок, и все, у меня закрывается танк. Ну, это есть, типа, ошибка такая. Биг танк, скинь голд. Голды даже. Нифига себе, все, Леха, давай скидывай голды, че, офигел, что ли? Не скидываешь. Кстати, там же вели по 50 голдов, теперь ты видел? Да. Ну, кстати, знаешь меня, что в этом бесит, вот этих голдах? То, что нет смысла, то, что ты один покупаешь, либо ты 50 купишь. Ну, типа, это быстрее все. Ну, там выгода вроде бы минимальная какая-то, да? Там выгоды вообще нету. Вообще нету? Вообще нету. То есть, что ты один гол купишь за эти гроши? Вадимка, злобная чумо, фу. Но зато не нужно кликать 500 раз. Так это покупать. Не один мне голд, пишет. Еще один голд. Кирилл, педик. Почему? Ну, почитай чат, кого там просят сбросить голд.
Это мне пишут. А, это Big Thanks. Это Лёхе у нас пишет. Короче, ребята, все. Немножко так затянулся у нас здесь разговорчиками небольшими. И, соответственно, ребята, если вам понравился данный выпуск летающих сарделек, и вы хотите, конечно, продолжение с еще большими голдами, я не знаю, может быть, там будем 2 голда или 3 вообще сбрасывать. Ну, это прям вообще... шикардятина будет, а может один всегда будет ваш. Не знаю, короче, ребята, как у нас пойдет это все дело, как по просмотрикам вам это все дело будет нравиться, ну и по активчику, соответственно, то же самое. Так что, ребятушки мои дорогие, если вам понравился этот выпуск, опять же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Вайдер, Леха, Кирилл и Ховик. Прощайтесь. Всем пока. Пока. Красавчики прям все в один раз сказали, просто лучшие. Вот, короче, ребята, всем пока-пока. Player, don't hate the game. Hate the truth, man. We take all blame. That you got no money, you got no fame. That you got